Ввиду неформальную занятость, выплата зарплаты в конвертах, не обложение этих зарплат налогом. В нашем видении самый важный вопрос – это эффективное и адекватное сотрудничество в рамках социального партнерства. Затрагиваемые проблемы должны быть услышаны, и мы надеемся, что правительство будет и в дальнейшем восприимчивым к нашим требованиям, поскольку мы представляем трудящихся. Наши дискуссии с патронатом и правительством в рамках социального партнерства должны быть постоянными. Двадцать 28 апреля – это день, когда профсоюзы всего мира отдают дань памяти работникам, погибшим на рабочих местах. В рамках Всемирного дня охраны труда профсоюзы Республики Молдова организуют богослужение в поминовение людей, погибших вследствие несчастных случаев на производстве. По решению Конфедерального комитета Национальной конфедерации профсоюзов, семьям жертв несчастных случаев на производстве членов профсоюза оказывается материальная помощь в размере 3000 леев каждая. От опустошительных наводнений лета 2008 года пострадало много трудящихся. Конфедерация независимых профсоюзов Молдовы мобилизовалась и предприняла целый ряд мер в поддержку пострадавших от стихийных бедствий, в том числе организовала пункт сбора пожертвований. Благодаря доброй воле синдикалистов, материальная и финансовая помощь была оказана более чем 300 жителям сел, пострадавших от наводнений. В октябре и ноябре 2007 года советы женских организаций бывших двух национальных профсоюзных центров провели совместное заседание для обсуждения вопроса об объединении женских организаций. А 18 декабря 2007 года было принято постановление Конфедерального комитета об учреждении женской организации «Ченесеме». Актив женской организации «Ченесеме», объединяющий около 280 тысяч представительниц женских организаций национально-отраслевых профсоюзных центров на форумах, проводимых как на национальном, так и на местном уровнях, обсуждает проблемы, с которыми сталкиваются женщины-члены профсоюза, и выдвигают конкретные предложения по их решению. Всего в республике 27 женских организаций в национально-отраслевых профсоюзных центрах. Представительницы прекрасного пола составляют 57% всего контингента членов профсоюзов. У профсоюзного движения нет будущего, если оно не уделяет внимания проблемам молодежи. Поэтому тема «Профсоюзы и молодежь» не сходит с повестки Дня профсоюзов. 22 мая 2008 года состоялась учредительная конференция молодежной организации «Ченесеме», объединившая все молодежные организации национально-отраслевых профсоюзных центров конфедерации. Цель создания данной структуры «Ченесеме» – координирование действий молодежных организаций национально-отраслевых профсоюзных центров для защиты профессиональных, трудовых, экономических и социальных прав и интересов молодых членов профсоюза, реализация политики профсоюзов в сфере молодежи и повышение уровня участия молодежи в профсоюзной жизни. Все это время профсоюзная молодежь ориентирована на активное участие в разработке различных программ, направленных на создание экономических и социальных условий для молодежи и более эффективную защиту ее прав. Указом президента Республики Молдова 2008 год был объявлен Годом молодежи. В этой связи Конфедеральный комитет «Ченесеме» утвердил план мероприятий, посвященных молодежи. Среди множества мероприятий, предусмотренных этим планом, были и фестивали-конкурсы художественного творчества, проводимые в течение года национально-отраслевыми профсоюзными центрами, в которых участвовали коллективы художественной самодеятельности профсоюзной молодежи. Венцом этих художественных манифестаций стал гала-концерт победителей отраслевых конкурсов, в ходе которого лучшие коллективы были награждены дипломами и ценными подарками.
более 10 лет успешной деятельности и у другой важной структуры конфедерации – Ассоциации ветеранов профсоюзного движения Республики Молдова. Первостепенная цель ассоциации – представительство и защита интересов ветеранов профсоюзного движения, продвижение их прав, улучшение условий жизни, социальной помощи и охраны здоровья, материального благосостояния, а также повышение их роли в экономической, социальной и культурной жизни страны. Ассоциация ветеранов стала активной структурой с солидным потенциалом, объединяющей в своих рядах ветеранов профсоюзного движения, работавших и продолжающих трудиться почти во всех отраслях национальной экономики, которые обладают богатым опытом профсоюзной деятельности. Конфедеральный комитет Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы желает всем членам организации, всем ветеранам профсоюзной работы страны и членам их семей крепкого здоровья, успехов в общественной деятельности, радости от родных и близких, а также уверенности в завтрашнем дне. С уважением, председатель Олег Бузин. После реструктуризации имущественного сектора профсоюзы инвестировали в свои стратегические объекты около 83 миллионов леев с целью развития и повышения эффективности их деятельности, создания нормальных условий для отдыха и лечения трудящихся. Эти средства были вложены в ремонт и благоустройство санаториев Кодру, Букурия-Синт, Кахул, Нуфарул-Алп, кемпинг Вадулы-Воде и других объектов. За последние 5 лет в санатории Букурия-Синт обновлены номера в главном корпусе, заменены технологическое оборудование в столовой, окна и двери, оснащена лаборатория и закуплено современное медицинское оборудование. Тысячи людей, как из нашей страны, так и из-за рубежа, ежегодно приезжают в профсоюзные санатории, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье такими эффективными методами лечения, как бальнеотерапия, климатотерапия, физиотерапия, иглоукалывание, грязевые ванны, лечение минеральными водами и другие. Здесь очень хорошо, просто чудесно. Очень хорошо, чистота кругом. Кормят так, что просто прелесть кругом. Врачи сильно хорошие. Как вы себя чувствуете здесь? Превосходно. Врачи очень приветливые и внимательные. Я впервые здесь и очень хочу еще приехать сюда. Амбициозным проектом профсоюзов является создание Международного центра отдыха и оздоровления детей на базе лагеря отдыха Перлили-Ниструлы в поселке Вадулы-Воды на берегу Днестра. Сегодня лагерь преобразился. Это хорошо оборудованный комплекс отдыха с территорией около 4 гектаров. В последние годы в развитие лагеря инвестированы миллионы леев, но это только начало. Аналогичная работа будет проведена и на других базах отдыха, принадлежащих профсоюзам. Институт труда – краеугольный камень профсоюзной учебной системы. Учреждение, координирующее и внедряющее передовые методологии на уровне современных стандартов профсоюзной подготовки, разрабатывающее учебные программы для различных категорий курсантов, создающее банк данных профсоюзной педагогики и прогрессивных учебных технологий. Только в 2011 году в организованных Институтом труда около 340 учебных мероприятиях участвовали свыше 8500 человек из разных уголков республики. Благодаря солидным инвестициям в развитие, составившим свыше 10 миллионов леев, в 2011 году начат процесс обширной модернизации института. В конце прошлого года в Институте труда состоялось открытие поливалентного зала, предназначенного для проведения учебных, культурных и других мероприятий.
В начале текущего года завершились и работы по обновлению холла и фасада. Однако процесс модернизации Института труда будет продолжен посредством выполнения новых проектов по развитию инфраструктуры комплекса. В 2007-2012 годах подготовка профсоюзных кадров и актива была одним из приоритетов Конфедерации, направленным на формирование профсоюзного состава с твердыми знаниями, активной позицией и сильной мотивацией. Высокое качество учебных мероприятий, организованных в этот период, достигнуто благодаря активному участию опытных инструкторов Конфедерации, национально-отраслевых профсоюзных центров, Института труда, национальных и международных экспертов из академических кругов, преподавателей университетов, а также специалистов из министерств и других национальных учреждений. В начале 2011 года ЧНСМЕ создала информационный центр профсоюзов. Центр обеспечил запуск единого портала профсоюзного движения «Синдикате.МД», который постоянно актуализируется, предлагая посетителям самую свежую информацию о деятельности профсоюзов. Информационный центр сотрудничает с национальными и международными учреждениями масс-медиа, используя самые современные интерактивные мультимедийные технологии и сеть интернет. В целях максимально оперативного, объективного и исчерпывающего информирования общественности о деятельности профсоюзов в рамках информационного центра создано и успешно функционирует интернет-телевидение профсоюзов Республики Молдова «Синдикат ТВ». На данный момент «Синдикат ТВ» круглосуточно транслирует в онлайновом режиме информацию публичного интереса о деятельности профсоюзов. Основанный в начале 1990 года еженедельник «Голос народа» на протяжении всех лет был главной трибуной профсоюзного движения страны и платформой для обсуждения тем, представляющих наибольший интерес для членов профсоюза. Публикуемых на страницах газеты репортажах, комментариях и аналитических материалах корреспонденты газеты затрагивают самые наболевшие социальные проблемы. Широко всесторонне и объективно информируют читателей о действиях профсоюзов, направленных на решение социально-экономических проблем трудящихся страны. Доброй традицией и важной составляющей социальной политики стало участие в спартакиадах, организуемых национально-отраслевыми профсоюзными центрами. От имени Конфедерации и национально-отраслевых профсоюзов искренне поздравляю вас с участием в первой спартакиаде профсоюзов после объединения профсоюзного движения страны. Горячо приветствую всех участников и желаю больших успехов. Ежегодно члены профсоюза всей страны участвуют в соревнованиях по разным видам спорта. Продвижение здорового образа жизни и повышение трудоспособности трудящихся – одна из важных целей ЧНСМЕ. Так, в 2010 году была организована первая спартакиада Конфедерации, в которой участвовали около 450 человек в составе 15 команд победителей спартакиад отраслевых профсоюзов. Главной задачей профсоюзного движения в Республике Молдова в последующие 5 лет будет усовершенствование механизма защиты прав трудящихся и их семей с целью обеспечения им достойного уровня жизни и адекватных условий труда. Оказание современных услуг, дальнейшая консолидация и укрепление профсоюзов в целом – неотъемлемая часть организационной политики ЧНСМЕ. Специалисты Конфедерации разработали единую стратегию инновационного развития профсоюзов на 2012-2017 годы,
документ, предусматривающий запуск ряда современных проектов, создание инспекции труда профсоюзов и единого центра юридической поддержки членов профсоюза, открытие международного центра социального диалога, создание фонда социальной поддержки, развитие института труда и других профсоюзных объектов. Планируется также введение единой электронной карточки членов профсоюза, посредством которой члены профсоюза будут обеспечиваться рядом услуг на льготных условиях. В то же время конфедерация будет делать акцент на консолидацию национально-отраслевых профсоюзных центров путем объединения параллельных структур в одной и той же отрасли и уделять повышенное внимание территориальным межотраслевым советам профсоюзов, развитию профсоюзной инфраструктуры и внедрению новых учебных программ. Глубоко уважаемые коллеги, братья и сестры, сегодня второй съезд Национальной конфедерации профсоюзов обозначит самые важные проблемы, волнующие членов профсоюза – достойный труд, достойная зарплата, рабочие места. И мы считаем, что все усилия, которые мы приложим совместно с членскими организациями конфедерации, будут направлены на защиту членов профсоюза, его высочества рабочего класса, учителей, всех трудящихся. Мы должны быть боеспособными и при поддержке наших зарубежных коллег развивать перспективы профсоюзного движения Молдовы вместе с молодежью и женской организацией. Будем и в дальнейшем смело и решительно противостоять всем вызовам нашего времени.